призывников призовут задать вопросы. Сегодня в Апастовском районе уполномоченные по правам человека в республике Сария Сабурская и военный комиссар Татарстана Сергей Погодин проведут совместный прием населения. Он пройдет в местном доме культуры на передовой тем осенней призывной кампании. Напомню, в этом году первые отправки татарстанцев в войска начнутся 7 ноября. Планируется, что армейские ряды пополнят около 4 тысяч человек.